Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 11 урок из цикла музыкальной гармонии, и посвятим мы сегодня с вами его очень простой теме. Теме использования аккордов, ступеней аккорда в линии баса. Очень простая тема и, главное, что очень полезная. В чем заключается полезная эта тема? Можно совершенно не знать вот все вот эти вот премудрости тритоновых замен, альтерированных доминансов аккордов, лидийских концепций и всего этого прочего, но при этом делать очень красивую музыку, понимая только базовые принципы связи основных семи гармонических функций, зная просто хорошо тризвучие базовые, которые эти функции выражают, и использовать ступени этих тризвучий в линии баса для того, чтобы делать гармонию красивой и даже достойной хорошего академического звучания. Начнем с простого примера. Мы сыграем сначала 4 простых аккорда в чистом виде, в форме тризвучия. Ля минор, фа мажор, ми мажор и до мажор. Получилась какая-то не очень внятная последовательность, какая-то очень простая. Может быть, для какого-нибудь плохого фильма она и подойдет, даже кто-нибудь музыку может написать. И теоретически, с точки зрения соотношения функций, она правильная. Вот минорная тоника, вот она превратилась в доминанту фа, вот она доминанта, и вот мы разрешились в мажорную тонику. Но я играл функции тризвучия просто. Основной тон в басу и обычно тризвучие. Но если я сейчас внесу маленькие изменения, ля минор оставлю на месте, а аккорд фа мажор представлю в виде фа мажора с басом ля, то есть отправив третью ступень этого аккорда в бас, а в правой руке оставив просто две ноты, фа и до, часть этого, то получится совершенно иной и очень благородный звук. Послушайте еще раз. Ля минор. И то же самое я сделал со следующим аккордом, ми мажор. Я его возьму, но в басу будет не ми, а его третья ступень, соль диез. Вот. А до мажор, следующий аккорд, которым разрешается, я возьму в виде обычного тризвучия, но в басу поставлю его пятую ступень, ноту соль. То есть движение в басу у нас будет такое ля, основной тон ля минора, ля, третья ступень фа мажора, соль диез, третья ступень ми мажора и соль, пятая ступень до мажора. Слушайте, как это будет звучать. И, извините, вот эта гармоническая последовательность — это уже претензия на какое-то такое хорошее искусство. Ну, сравним еще раз. Как все звучало вначале просто. Или измененное. И вот по этому принципу можно двигаться дальше. Ничего я не использовал, кроме обычных тризвучий, просто в левой руке функции баса использую ступени эти тризвучия. То есть вот на это нужно потратить какое-то время, поискать их. Ну давайте попробуем сделать это вместе. Вот есть обычная, самая простая функция. Фа мажор, субдоминанта, доминанта, разрешается в тонику. В басу у нас идет фа, первая ступень этого аккорда фа мажора. Первая ступень — соль мажора, и разрешается в до мажор. А теперь мы возьмем третью ступень.
третью ступень доминанты и до. Вот теперь представьте, мы можем сыграть простую доминанту, субдоминанту, простую доминанту и повторить этот блок, сыграв уже третью ступень в этом аккорде. И таким образом мы усиливаем гармонический блок и вносим характер. Или вообще начнем субдоминант второй ступени, ре. До с басом ми, тоника, обычные субдоминанты, обычные доминанты, субдоминанты с третьей ступени в басу, субдоминанта с третьей ступени в басу, тоника с пятой ступени, как мы можем задержаться, еще раз сыграть доминанту, сыграть минорную доминанту, которую минор разрешает с третьей ступени. То есть нет предела вообще разнообразия гармонических функций, если просто сыграть самые банальные гармонические последовательности, тоники, субдоминанты и доминанты, просто поменяв в экспериментальном порядке бас основного аккорда, взяв его из ступени этого аккорда, третью ступень или пятую, или седьмую низкую, если это доминант септаккорд. Дальше более сложные аккорды использовать уже даже и нет смысла. И так может получиться красивая музыка. И вот вся современная музыкальная культура как раз и состоит в симбиозе гармонии академической, гармонии джазовой, гармонии ладовой, даже с использованием каких-то этнических ладов, хотя это не совсем нужная информация. И для того, чтобы получить новую современную композицию, нужно, увы, знать основы всех видов гармонии, чтобы сделать что-то по-настоящему оригинальное. Это из академической музыки, из джаза. Бросал какую-то импровизацию, но я использовал гармонические приемы из разных музыкальных культур. Если вы будете знать самые главные вещи, то вам это получится сделать гораздо проще. Спасибо вам за то, что вы были с нами. На этом сегодняшний наш урок закончен. До свидания.